16-летняя российская фигуристка Алена Касторная завоевала золото на этапе Гран-при во французском Гренобле. Она опередила 17-летнюю олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Триумфом подопечных Этери Тутберидзе завершился третий этап Гран-при по фигурному катанию нынешнего сезона. Дебютантка турнира Алина Касторная показала великолепное катание. Она исполнила 3 тройных акселя в короткой и произвольной программах, что принесло ей победу. Юная фигуристка набрала в сумме 236 баллов. Алина Загитова в начале произвольной программы допустила ошибку. Во время исполнения тройного лутце она коснулась рукой льда при приземлении. Загитова уступила Касторной 20 баллов. Алина прокомментировала итоги состязаний. «Я абсолютно не расстроилась из-за второго места. С чего бы вдруг мне расстраиваться или на кого-то обижаться? Я благодарна огромному